Всем привет! Ну что, сегодня снова у нас Easy Drop. Сегодня снова мы испытываем свою удачу. И прежде чем мы начнем, во-первых, я хотел бы поблагодарить своего зрителя. Это вот Матвей Матюшкин за предоставленный промокод. Твоим промокодом я именно и пополнил сегодня баланс на 250 рублей. Поэтому спасибо тебе огромное. И второй момент, это конкурс, который у нас розыгрыш, который пройдет в это воскресенье, точнее 6-12. То есть будут разыграны вот эти вот скинчики, да, то есть будут разыграны три скина. Условия написаны здесь, обязательно читайте внимательно, что здесь написано. То есть комментарий должен быть написан: участвую, обязательно выиграю. Ребят, не просто как вы сейчас кидаете, участвую там, да, то есть это не в счет, это не идет, да, тем более не под этот видос надо кидать, а именно должно быть написано: участвую, обязательно выиграю, вот под вот этим вот видосом. Вот, ну а мы приступаем к розыгрышу. К розыгрышу. Так, пополнил он 250, баланс 325 сейчас. И что будем делать? Что будем делать? Ну, так же, как и вчера, ребят. Так же, как и вчера. Я также открою один раз. Подожди, Хитмен же здесь где-то, да, был у нас. Хитмен один разок открою. А потом уже посмотрим, что будет. Забыл, короче, музыку включить. Да и ладно, хер с ней. Без музыки, думаю, ничего страшного не произойдет. Так, смешанный камуфляж. Ну, балабас, короче, балабас, да? Чего и требовалось ожидать. Так, давай случайно армейское пооткрываем тоже. Посмотрим, что у нас случайно. Случайно е армейское. Случайно ли ты сегодня армейское или не случайно? Акабен какой-то, хер его знает, что за акабен. Давай еще разок. Так, давай быстро. Что ты, ёптать, охерел, что ли, одни акабены? Ёпта мать, а чё другие знаете скины какие-нибудь? Какие-нибудь сочные скинчики знаете, нет? Окубен, акабен, вот те акабен. А, то есть знаете, такую еще знаете, да? Ну, лучше акабен, чем такая херня. А чё у нас тут? Онлайн не написано, сколько сейчас в онлайне, да, людей? Я один? Или хер его знает сколько? Моррис, тоже херня, да? Вообще, короче, слушай, не радует, не нравишься ты мне, пошел ты нахер. Давай бомжа откроем. Давай откроем бомжа. Что нам тут осталось на балансе? Хер-то ни хера-то. А, ну бомж грозой, да? Бомж грозой радует, понятно, понятно. Ну, ладно, бомжар, давай еще, я тебе дам тебе еще один шанс, бомж. Смотри, короче, смотри, бомжара. Один шанс тебе еще даю, давай. Давай, ну, грот. Грот это лучше, чем гроза, да. Ну, не дотянул ты, не дотянул. Кого тебя пробовать еще раз? Тут уже тебе не хватает. 23 сколько, да? У нас, ну, наш любимый ширпокейс, который нас периодически окупает, да? Ну, неделька такая началась тоже. Я, как бы так тебе сказать, да? Как бы так тебе сказать? Ахахахарахахах. 20 рублей. Так, давай мы вот это вот продадим. Вот это вот продадим. Ну, один, смотри, я купил, да? Один я купил. И попробуем. Блин, надо было быстро открыть. И посмотрим, что и что. Что и что. Песчаная штриховка. Вернее, так, что у нас вообще по скинам тут сколько? Насколько мы? 156. Ну, небольшое отличие со вчерашним днем, да? Так, а что мы? Что мы? Так, ну-ка, контракт. Давай-ка мы самое, что подороже, закинем в контракт. И вот еще, а как раз для двух, да, есть место. Тебя и тебя, да. В принципе, можем за 600 там что-то сделать, а можем и за 38. Ух, ну, давай посмотрим. Давай. Готово. Ну, чем порадуешь? На 150 закидываем, на 112 получаем, да, грим. Ах ты, какой конспиратор-то. Какой ты конспиратор у нас, какой конспиратор. Грим дал мне, вот козлевич. Так, давай мы тогда грим. Нет, давай мы тогда, короче, это все продадим. Раз это грим, да, продадим и что? Интересненько, да? Не он. Что? Не он. Что за не он? Да хуй, ни разу не открывал, давай попробуем, ни разу не открывал. Не он это или не он будет?
Ну, тут, по крайней мере, что-то фиольное падает, да? Здесь глок, хоть глок какой-то. 31 рубль. Нет, ты мне не нужен. Ну-ка, что колесико у нас доступно, нет? Какие-то бонусы, если что за бонусы. У меня тут, кстати, колесо. О, подожди, скин, какие-то условия. Ох ты, подожди-ка, подожди-ка. Я же скин там выполнил. Ну-ка, что мне там прилетело? Что мне тут прилетело-то? А, дропы, вот. Чё, блядь, за 30 рублей с колеса, да? Окей, ладно, продадим. А, это ты можешь только куда у меня использоваться? В апгрейды. Ну, раз апгрейды, то в апгрейды. Тогда давайте и закинем. Посмотрим, посмотрим. Так, мне надо какой-нибудь глок взамен того, что я разыграл. Па-па-па-ра-па-па-пам. То, что я разыграл, какой-нибудь глок. Нет, не П. Я же там глок-то разыграл свою ласку, да? Тут, по-моему, о, глок жернов. И тут жернов, да. Давай вот, вот этот попробуем. Потому что ты, если не зайдешь, то ты не зайдешь. А если зайдешь, то ты зайдешь. Поэтому, чё нам? Чё нам? Нет, это амба. Это амба. Карапузики называется. Так, давай, что у нас тут есть? 20, 49. На 49 не тянем. Давай еще раз. Случайно засекреченное. У меня такое чувство, что его засекретили вообще не случайно. Что его вообще не случайно засекреченное. Ну, это херня, да, походу? Г. А нет, а нет. А нет. А, я не могу тебя крутить, да? Нет, вот тебя-то я Фамас и оставлю. Я тебя оставлю. Так, давай тебя... Шерпашник. Пора уже заканчивать. Ну, как бы, годноты никакой. Никакой годноты. А тут только Desert Eagle, еще бронзовая декорация. И за 60 рублев там, да? Ага, так, тебя мы продаем, тебя мы продаем. Крутанем еще раз, а с тебя попробуем что-нибудь сделать еще. Из Desert Eagle. Можешь контракт попробовать. Можешь контракт попробовать. Ну, почё, должно же мне когда-то повезти. Должно же мне когда-то повезти там, да? Должно же. А, так, не, ну... Сколько тут у тебя? Сайрекс, да? Сайрекс? 9%. Ох-ох-ох-ох-ох. Да не, давай не будем наглеть. Давай вот так хотя бы что-нибудь там, да? Что-нибудь вот так. Так, 200. Пешки, ппшки. Хрусталь, шмусталь. А, чё тут глок есть там, да, сонная, синяя трещина, ну, давай, посмотрим, давай, давай, ну, походу, ничего, да, походу, нихера, два раза слили, давай, может, тебя мы попробуем, может, из тебя что-нибудь сделаем, смысл там, да, смысл мы 200, как бы, на 50% нет, а... Фамас. Не, мне надо хотя бы, знаешь, что-нибудь, ну, что покупиться, рублей от 300 что-нибудь себе. Desert Eagle, механа, пушка. Эти у меня есть уже. Desert Eagle, механа, пушка. Эти есть. Так, давай, я глочок себе, о, глок водяной, давай. Вроде нормальная штука, 30%. Давайте посмотрим, чё, чем черт? Чем изидроп не шутит, да? Чем изидроп... Есть! Да! 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 Да, ну чё, вот это я точно однозначно заберу, я это точно однозначно забираю, вот, ну, окей, ну, всё-таки что-то, хоть что-то не сбу... Сука, да? Вот тварь какая, а, может, что тут на глок какой можно тебя будет подменить, а? П, нету, да, глоков? Нету, ну, ждём, когда появится, в общем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И пишите ваши комментарии и обязательно участвуйте в воскресном розыгрыше. Только внимательно читайте условия. А на этом все. Я с вами прощаюсь.